Уважаемые друзья, подписчики, представляем вам собачку Майю. Мы срочно Майе ищем дом. Именно дом, вольер, может даже и квартиру. Собачка Майя. Около полтора месяца назад собачку кто-то выкинул в городе. И одна из моих помощниц-волонтеров, Настя, позвонила мне в 11 часов ночи, вот, попросила помощи и сказала, что собачка какая-то больная, что-то у нее нет лапки. Ну вот, приехав и осмотрев собачку, иди сюда, Маюша. Вот, мы поняли, что у Майи врожденные недоразвитые лапки. Лапка-то она как бы есть. Ну, просто она, скажем так, не выросла. Но Майя при этом чувствует себя достаточно очень хорошо. Ну вот, это ей никак не дискомфорит, не мешает жить. Но очень бы, очень хотелось, чтобы кто-то обратил внимание на данную собаку. Майя очень умная, очень добрая, очень ласковая собака. Ну вот, и нуждающаяся, конечно, в доме, в прогулках. Так как сейчас временно она, по моей просьбе, ее забрали в приют, так как у меня в моем приюте пространства нету. Но и Майке нужны, конечно, регулярные прогулки. Ну, вот, регулярные прогулки, любящая семья. И очень бы хотелось, чтобы вы кто-нибудь, увидя Майю, Маечка, вот, откликнулись и подарили Майе любовь, дом, заботу. Майя просто заслуживает, потому что кому-то тоже она стала не нужна, кто-то ее выносил. Потому что все новые собаки в городе, они как бы городок у нас небольшой. Сразу заметные, приметные. Ну вот, Маечка. Да, ну ты счастливая, ты гуляешь, да, ты кушаешь травку, да, ты моя умница. То есть вот. Вот такая вот у нас лапочка. То есть у нас есть и пальчики, все есть, но это вот просто врожденная вот такая вот, ну, недоразвитие, наверное. Вот. Ну, Майка очень хорошая, очень такая любвеобильная, да. Она очень любит радоваться, бегать, прыгать. То есть ей это никак не дискомфорит. Мы были на консультации в Новомосковске, кстати, вместе с Мотей. Ну, и врач сказал, что лучше так. Да, есть способы, что можно сделать собаке протез, но я считаю, что лишние вмешательства хирургические, они не нужны. Майе просто нужен уход, дом и любящая семья. Ежедневные прогулки. Вы не пожалеете, если подарите дом, любовь этой собаке. Спасибо вам всем. Грязная вода, да. Там грязная вода и невкусная вода. Да.